как тяжелое золото. Ты не одна. Кроны деревьев, как будто не спали. Кто-то потом же ночь обрисовал. Словно прожить строчкой на дне, я тебя жду, это не оправдание. Или тебе благословение, мой друг. Тебе не возраст, а вечность и руки, и теплоте голос. Слышу я вдруг, что мы с тобой разные. Итак, дорогие друзья, всем привет! Все же есть. Сегодня мы отмечаем день рождения Хизри. В красивейшем ресторане Турандот. Небольшой саундчек. Хочу еще вам показать, что вот это все железо. Представляешь? Лицом пьяным упал. Не могу. Максим, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Это всего лишь гримерка, ребят. Посмотрите, в каких интерьерах гримерка. Гости подходят, гости собираются. Улыбаемся и машем. Все сегодня с женами, с девушками своими. Прекрасно, прекрасно. Все здесь, да? Это, наверное, каким-то нашим общим старым знакомым идет посыл, да? Или нет? Или это ты из того? Это на YouTube-канал. Прекрасно. Ну, тогда извините. Тогда будет очень много теплых слов. А если бы это другим людям, то мы бы сказали бы. Начинаем? Все. Это уже видео пошло. И фото, и видео. Можно что-то сказать? Кстати, да, можете что-нибудь сказать. Попозже. А, да? Здрасте. Ну что, добрый вечер. А? Что? Да, наполовину. Здрасте. Ну что, вот, расскажу предысторию этого всего балагана будущего. Я не знаю. Сначала я собирался ничего делать. Потом собирался два человека. Потом было 12, потом было 25, закончилось, по-моему, 40. 36 было. 36 было, а потом было до 40 доросли, и на этом я сказал стоп. Вот. Что я вам хочу сказать? На самом деле я очень сильно нервничаю, потому что мы с вами не виделись 2 года. Вообще, все мои дни рождения проходят под девизом: люди, которые долго в маленькой Москве не могут встретиться, должны где-нибудь встретиться. Ну вот, по-моему, друг с другом встретились. Еще одна большая просьба — не обсирать сразу. А потом, чуть попозже. Через час. Ну, не через час, Вовочка. Часа через два.
И просто я не пью, и мне это будет тяжелее. Так бы я бы сейчас дал вам, это бы уже рассказал про вас всех. А это часть еще не будет? Не могу. Какой, про вас всех? Нет, будет про тебя только. Причем с подробностями, со всеми, я все расскажу. Если ты переживаешь за это. А на самом деле, мы живем в очень непростое время, к сожалению. Мы пережили 2 года ковида, переживаем сейчас СВО. И такие встречи, они, наверное, нужны, потому что, чтобы в этом круговороте событий, неположительно совершенно, оставалась какая-нибудь частичка человечности. Чтобы люди не были озлоблены, чтобы люди были чуть добрее. Чтобы иногда просто звонили и спрашивали, как было. Они забыли, что вообще существует мир. Текст не прописан, я просто сейчас тоже в голову приходит, поговорю. Хотя 2 ночи мучился с текстом. А хотел бы я начать вечер. Что у нас есть самое дорогое в жизни? Это родители. Да? Вот первый тост я хотел бы, конечно, поднять, чтобы поднять бокалы за родителей. У кого есть они 120 лет жизни, здравия, здоровья физического и морального. У кого нету, Царство Небесное. У меня мама ушла 2 года назад, мне было особо не до веселья, мне сейчас не до веселья. И поэтому начать бы я хотел этот вечер с песни посвящения родителей. Не памяти родителей. Я пошел. Не судите строго. Ищи милосердие у меня. Птица, мама, с птицей, папа и рядом. Крик разрываешь у дождя. И мои родители, я знаю, не забыть ни их прекрасных лиц. Этот мир навеки покидая, тоже превратились в божьих птиц. Они все время надо мною кружат, чтоб я, не дай Бог, не упал бы в лужу. И Бог не может их молитв не слушать. Они же с ним теперь почти соседи. Они все время надо мною кружат, и я поэтому не мерзну стужу. Слезы просто облегчают душу, чтоб я без них сумел бы жить на свете. Который написал кучу песен, переработал с кем только можно было работать и нельзя. Вот. Не буду про последний твой проект. Тебе слово, мой друг. Хизичка, дорогой. Ну, что сказать, я благодарен судьбе и своей жене Свете, которая меня когда-то, давным-давно, перед твоим 45-летием в подсолнухе, которое мы праздновали, вообще раз вовремя вспоминали, сказала, набери, познакомься с ним. И вот с тех пор мы с тобой дружим, и ты человек очень искренний. И я вспоминаю слова Иры Мамаевой, которая всегда говорила тебе, что ты человек коллекционный, и не только тебя, а всем твоим друзьям и всем, с кем тебя ведет жизнь. Я желаю тебе крепкого здоровья. Твоя жизнь – это твои друзья. И те, кто сегодня, и те, кого уже сегодня с нами нет, они все равно с ней смотрят на тебя и желают тебе всего-всего самого доброго и светлого. И за тебя я тебя люблю. И тебе его желаю более чем достаточно.
Конечно же, идет. И в этом спасение. Словно на цыпочках мои ожидания. Окна зашторены, в комнате холод. Светит луна, как тяжелое золото. Ты не одна. Кроме деревьев, как будто и свадьба. Поэтому сейчас быстренько бы два тоста. А, вот. Вот здесь, убери музыку. Здесь находится мой друг, которого я знаю одним из первых по прибытию в Москве. Какой год это? 89-й? Почему? Молоды мы были. Как молоды мы были. Ну мы и сейчас молоды. Володя Гейзеров, композитор. Ему передаю слово. Всем добрый вечер. Ну, как бы надо сделать так, чтобы еще люди больше чего-то сказали. Я думаю, тут сейчас всего в Твиттере выскажем всякие комплиментарные фразы. Хизя для меня важен одним очень таким показателем. И это его отделяет точно от всех других. Когда к нему приходишь домой, первое, что он говорит: «Так ты голоден? Что будешь есть?» И этим определяется весь Хизя. Потому что вот эта фраза, причем он смотрит на меня голодными глазами, даже если я прихожу сытый, я понимаю, что я должен согласиться. А главное, что... Вот и все, Хизенька, что я могу сказать. Потому что если я начну рассказывать воспоминания... Нет, ну ты что, все тоже захотят. Витоль Петровский. А
Он не на белые ночи. А теперь слушай, кого ты везешь на белые ночи. Добрый вечер. Thank you.
ты ужасно. Тебя уже не перевоспитать, поэтому таким же оставайся. Ты всегда придешь первый на помощь. Ты всегда протянешь руку, ты никогда не дашь оступиться. Поэтому вот за это качество я все обожаю и люблю. Поэтому мне бы хотелось пожелать. Ну, конечно, я не желаю тебя совершенствованным именем, но ты уже на пол шажочка. Смотри, легкий, воздушный, красивый, молодой. А я худею. Худею, конечно, и легче. Ты пушинка. Я просто еще в туалет не сходила. Поэтому я тяжелее. Ты хоть что-то сегодня съел? Я дома кашу буду. Он сейчас будет кушать. Мне обещали 3 стручка. Какие 3 стручка? Причем здесь ты никогда не любил стручки. А меня готовится! Какие вы все пошлые, я не о тех стручках. Сара, девочки, ну выходи, блядь, семья, покормите. Сейчас будет нас. Конечно. Сейчас все для тебя надо. Дай бог, это работник, что мы здесь не работали. Друзья мои, я предлагаю тост за этого уникального, удивительного человека. Ты знаешь, компания не должна быть большой. Безразмерная, как ты любишь. Я знаю, вот твое восточное гостеприимство, чем больше народу, тем лучше. Если негде сесть, на головах сидят. Вот это ему счастье, это ему хорошо. Вот вечер удался, поэтому пусть их будет гораздо меньше, но чаще. Чтобы никогда ты не сидел дома в одиночестве и смотрел свои дебильные сериалы. Не лопал эти ебаные шарики. Чтобы всегда... Не глотал шарики? Не лопал. Не лопал. Поэтому бокалы на голову. Семья! За Чизрина выпить пора! Троекратная гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Давайте, 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 чайки параклайские. Я вижу всех, кто бьет. Саша, нравишься сейчас. Ну есть у него любовь? Слава Богу. Слава Богу, с мужем повезло. Ты пойми, ты же должна от мужа получить квартиру, машину, пусть в Ярмарке. Отрабатывай, пусть все любовница. Но ты только наслаждаешься, что рядом с тобой такой охуенный мужик. Поэтому, барышня, вот Хизичка хочет, чтобы все были счастливы и здоровы. Поэтому всем вам, бабушки, гинекологического здоровья, света в сердце. Поэтому на этом празднике жизни, Хизичка, я хочу, чтобы все мужчины выпили за даму, которая присутствует в твоей жизни. Их немного, но они самые охуительные. Девчонки, за вас! Браво! За вас, девчонки, за вас! Браво! С 12 дня здесь своими ручками вот собак ловили, картошку ногами колотили. Максим, как ты сделал? Зарьял ТВ сделал. Зарьял ТВ! Зарьял ТВ! Зарьял ТВ! Скажи, Гусечка, за твоих сестер пили уже? Они там гуляют. Со вчерашнего дня или сегодняшнего гуляют. Ты же понимаешь, как бы поступать на какие разные президенты страны я разбросала, они все равно остаются родными украиночками. И я знаю, что мы всегда на созвоне, поэтому я предлагаю выпить. Ну, конечно, часть семьи здесь сидит. За тех, кто в других городах, в других странах, твоя родня. Поэтому давайте за большую семью. Я все-таки мечтаю, чтобы следующие пили. У нас это все такое нарастающее. Первый, я с тобой познакомился, был подсолнухи. Потом Макдональдс, когда стало денег больше. Еда, которую мы заслужили. Прошлый день рождения хачапурная роскошь. У меня бульон с рисом. Сейчас уже в Турандот, а дальше что? А дальше Миликин, я тебе подскажу. Дальше поедем либо Хасавюрт, либо Махачкалов. Артистки. Я иду такая вся, давай, помогай! Я иду такая вся, попивай! Слезы тушат, душа, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, все, хоть дома. Я иду такая вся, все, хоть дома. Слезы тушат, душа, я в плену обмана, но иду такая вся. Спасибо, Павел! Ой! Вы крутые!
И предлагаю всем сейчас встать. Я предлагаю всем встать. Встать, да? Встать? Да. Лучше встать. Да. Мне кажется, лучше встать. Друзья, я прошу всех встать. И мы... Прошу всех, кто остался, встать. Хорошо. Друзья, прошу от вас... Красавчик, давай, вставай. Да. Красавчик, помощь. Привет. Боже мой, блядь, не узнать, искудала. Котенок, привет. Пошли, пошли, выходим. Ребята, пойдемте, пойдемте. Нам надо сделать очень важную, ответственную вещь. Пойдемте, все вместе, все-все-все. Вы, пойдемте. Сейчас будет кое-что происходить, магия. Выходим, друзья. И сейчас сюда, ближе, все сюда. Нет, девочки, на столах, надо подойти сюда, идите сюда, все. Слушай, не умеешь. Товарищи, давайте соберемся в круг этого прекрасного зала, потому что сейчас будет самое важное событие в этой жизни. Спасибо всем. Просим пройти к выходу 10. Прямо и налево. К выходу 10. Дальше вниз. Повторяю. Все пройти сюда и сделать круг. Все вместе, друзья. Ну, серьезно, давайте все вместе, друзья. Сюда. Так, ну это круг у вас, друзья. Давайте сделаем такой вот у нас вот такой круг. Как будто бы круг. Девочки, ура, девочки, пойдемте сюда. Кладите там, никто лайки не пропустит, не переживайте. Все, как придется, я вам потом VPN дам скачать. Праздничный торт! Выкатить. Любимая фраза Гизли нанесена на этот торт. Загадывая желание. А я, кстати, видел, как мы с Абрами тебя разобрали. Ледяной! Ты понимаешь, огонь! Незаливаемые свечи. Какие здесь, я не знаю. Внимание, торт называется ИП Байтазиев. Встретимся у вас номер 56. Ледяной! Загадывая желание и задувает аплодисменты! Ура! Сбудется! Вы поняли, мы все встретимся у кассы! Мы попросим официанта взять и разрезать этот торт. Блестил, ай, даже не то. Годы волосы скосили, вытерли. Тихо, как в раю. На местечко высоки яркий, я себе пою. Я себе пою. Там? Да. Мы всегда сможем душевно спеть. Ну так и ходи. Чуть-чуть погромче. Можно, наверное, микрофончик? Немножечко. В этом зале присутствует ты. Ну где ж ты, Анька, моя? Ну где ж ты, сладкая моя? Спасибо. Журавлик в небе медлее, чем песеницы в глазах. Ищу тебя и знаю, что найду.